Да. Наконец-то, друзья, дожили мы до того момента, когда на моей экзаменационной скамье оказался Илья Порошин, который будет отвечать на интереснейшие вопросы, которые я приготовил. Как всегда, три слова. Одно новое, одно со сложным, может быть, написанием, одно со спорным ударением. Давай. Все разберем поэтапно. Я желаю тебе удачи, потому что завалиться, так сказать, нельзя. На кону работа в «Утреннем экспрессе». Внимание, первое слово появляется на экране. Но давай, наверняка это слово будет новым в твоем лексиконе. Мне интересно просто, чисто интуитивно, как ты думаешь, что оно означает? Автодидакт. Это понятно, автоматизированный, либо автоматизированный, оставим такой вариант. Так. Дидакт. Дедуктивность, что здесь такое? Давай, рассказывай. Сразу же на лопатки меня положи. Автодидакт – это человек, который самостоятельно получил образование вне стен какого-либо учебного заведения. Получается вот так вот, без помощи обучающего. Ну, то есть, смотри-ка, дедуктивный метод. Самообразованием человек занимался, выучил, да, какую-нибудь дисциплину. Угу. Ты хотел сейчас привязать свою... дедуктивную, да, логику. Догадку вот эту, да, под правильный ответ. Да. Дружище, нет, нет. Здесь самоучка, да, можно поставить. Человек, который хорошо, принимает. На уроках в Ютубе, да, освоил какую-то дисциплину не хуже, чем всегда в каком-нибудь учебном заведении. То есть все, кто делает слаймы вот по этим YouTube... Автодидакт. Почему бы и нет? Дальше, поехали. Записал. Интересное слово, достаточно сложное. Давайте посмотрим, какие буквы пропущены. Слово «беспрекословно». И вот у меня к тебе вопрос. Да, какие буквы мы вставим в пропущенные места? Мне кажется, что «беспрекословно». То есть это сложно сочиненное слово. «Бес» понятно. Именно «прикословно». «Прика». То есть у нас «и» «а», да? Хотя, смотри, «прико» тогда. Вот так вот меняю, а потому что буква «о» будет соединительным этих двух... Просто красивше туда впишется. Да. Ну, почему красивше? Логика следующая. Два корня. «О» будет соединительной буквой. «И» и «о». «И» «о». Отлично. Давай закроем эти пробелы. Внимание, по щелчку. «Е» и «о». «Е» и да, «о». Беспрекословно. Да, здесь нужно это запомнить. Как проверить? Или это действительно нужно запомнить просто и все? Запоминай все. Ну что, в чем проблема? Нет, ни в чем. Все. Беспрекословно. Ctrl-S. Все есть. Да. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопировать, вставить. Да. Так, и напоследок еще одно слово со спорным ударением. Вот мы говорили по-разному, да, в школе дефис или дефис, а как правильно, всегда почему-то путались. Мне кажется, это вот прям, как будто говорит старый профессор, дефис. Дефис. Не забудьте поставить дефис, мои маленькие ученики. Ученики, да. Илюша, а ты поставил дефис? Ну так вот и в этом вопросе я должен тебя разочаровать. Правильное ударение здесь падает на букву дефис. Ты знаешь, не разочаровал, а открываешь мне новый мир. Это прекрасно. Поэтому давай срезюмируем все, что мы сегодня прошли. Очень быстро у нас было слово... самоучка, а он же автодидакт. Дидакт. Дальше мы запомнили, что пишется «е» и «о». Да, беспрекословно. Вот. И ударение на последний слог – дефис. Когда вы будете употреблять это в своем лексиконе. Да, надеюсь, оказалось полезным. Пополняйте свой словарный запас, говорите правильно, а еще... да, что немаловажно, пишите. Пишите не куда-то там, на деревню дедушки, а в нашу группу ВКонтакте, потому что за сегодняшнее сообщение мы разыгрываем сертификат в замечательное место под названием «Казаки-разбойники». Да, 200 метров.